Блошиный рынок и множество киосков. Так сейчас выглядит территория около бывшего стадиона «Буревестник». Когда-то здесь кипела жизнь, проходили соревнования и тренировки. Все изменилось в 2007-м, когда «Буревестник» попал в частные руки. Сразу стало понятно, у стадиона не спортивное будущее. Уже несколько лет судьба этого объекта остается на перепутье. Пока определенных планов по развитию этой территории нет, но ясно одно – благоустраивать участок нужно. Блошиный рынок в центре города создает не самый красивый пейзаж. Эта территория и сейчас в частной собственности, но вопрос ее будущего интересует многих горожан. Нужно стадион здесь установить. Столько детей здесь. Мы когда-то сходили, занимались здесь, на катке катались, здесь мои внуки. Благоустроить. Сколько можно это частных всяких вот этих вот лавочек устраивать? Лучше, наверное, это для горожан сделать. Я считаю, конечно, территорию надо выкупить администрации и использовать для пользы жителей. Конечно, строительство. Мне кажется, вот дом рядом красивый построили. Что-нибудь такое в этом духе. На сайте администрации Самары появилось онлайн-голосование. Выбрать один из трех возможных вариантов может каждый. Пока расклад такой. 25% проголосовавших за жилищное строительство. Каждый пятый предлагает оставить все как есть. А большинство, 55%, высказались за выкуп территории в муниципальную собственность. Сумма возможной сделки, по предварительным данным, составит порядка 700 миллионов рублей. На эти деньги можно построить 4 детских сада на 200 мест каждый или закупить 70 новых автобусов. Как поясняют в мэрии, решение пока не принято. Голосование организовано для изучения общественного мнения по этому резонансному вопросу. Так что у каждого самарца есть шанс повлиять на будущее этой территории. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, Станислав Левин. События.